Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита, вы на канале «Наш любимый питомник». Сегодня мы приехали в собачью мойку. Мы в прошлый раз мыли Мию дома. В общем, это не обошлось без трагедии, так сказать. Мы были все в мыльной пене и воде. И сегодня решили Мию помыть в специальной мойке для собак. И все вам покажем. Вот она, Мия. Красавица голубоглазая. У нас с собой полотенце специальное для собак. Собака в количестве одной штуки. Пойдем ее мыть. Вот, друзья, такая вот конструкция. Пока Рел снимает ошейник, я вам поснимаю. Такой док ваш. Мы посадили туда Мию. Здесь есть несколько разных опций. Шампунь, кондиционер, посушить. Так что будем теперь сушить. Будем надеяться, что будем чистые. Шампунь. Включаем шампунь. Мия немного боится, правда. Не знаю, смогу ли я вам это все поснимать. Да ты будешь чистая, красивая девочка. Нормально, да, реагирует? Ну ладно. Ты думал, скажи, когда выключишь шампунь и сделать просто воду, да? Ну хорошо, только намочи прям. Шампунь не концентрат. Ну это не концентрированный, да, ну просто. Он просто с водой смешан. А там еще есть кондиционер потом. Удобно. Такую бы вещь дома иметь вообще было бы шикарно. Скажи, иди ты со своими поцелуями. Теплая вода, скажи? Тепло. Ну, так, вот здесь сейчас вроде как 15 минут, но написано. Что? Вроде как 15 минут вроде написано, по-моему. Мне кажется, за 15 минут должны ее помыть, посушить и все с ней сделать. Добро, спокойно. Теперь просто вода, да, у нас? Тоже теплая вода? Теплая. Ну, теплая, да. Как в ванне прям. Ну, проблем не есть. Специально ее не ополаскивать, потому что еще кондиционер будет. Ну-ка, давай. Да? Кондиционер. Потом еще даже здесь есть шампунь от клещей и блох. Будем делать? Написано 30 секунд. Почему? Да? Делаем. Ну, давай. Будем пробовать. Сейчас надо клещей обработанный, а блох. Вот это стоит 8 евро. 8 евро, да, стоит. Считаю, 600 рублей на русские деньги. Но дома ее неудобно мыть, она большая. Мойка. Да. Сейчас этих от блока клещей. Ну то давай. Написано 30 секунд.
Говорю, потом же будет фен. Стегу фен? Нет, потом будет фен. Фен, фен вот здесь вот потом. Ну и добро. Еще можно будем сушить этим полотенцем. Это маленькие самые, да. Можно сушить его мощный воздух. Не, на разве да? Не у нас мощный. Да, мощный. Да, у нас компрессор лучше работает. Так просто, да. Мы знаешь, что не взяли? Щетку не взяли. Надо расписать было ее хорошо. Может, ее полотенчиком подсушить? Она тут. Ну, суши. Нет, она пересушит. Каптурок. Да. Какие глаза у тебя страшные. Да, боишься? Не боись. В общем, моет хорошо, но сушит. Сушит не очень хорошо. Все, нам нужно свой компрессор брать. Мне кажется, нужно чуть-чуть ее посушить еще. Она слишком мокрая на улице. В общем, нам не понравился фен. Мы приехали сушить собаку своим компрессором. Пока Мия сушится, спецы ждут. Мне кажется, ей не нравится.